lugar que eu tenho a minha vida 24 e tu mesmo se colher e chinão очень мало. Он показывает очень мало FPS. 101 FPS, 124 по-разному. Я не знаю. Ну, типа, идут лаги. Смотри, видишь, топ-кадры. Ну, интернет, тут народу много. Говно, да. Ну, я предупреждала, что может не получиться. Жмых не нужен. Смотреть можно, да? Покажись, покажись. Надо найти стенд, иначе это все бессмысленно. Ага. Нам надо найти стенд киберпанка, мы сейчас не можем этого сделать. Но иногда пропадает нормальный сигнал. Ну, вообще в среднем нормально. В среднем. А у нас все неспешно, если что, поэтому кто подтянется, тот подтянется, возможно, потом, если будет хороший контент. Можно будет нарезать нарезку из этого стрима, сделать нормальное видео. Придется писать, видимо. Им, челикам этим, из Киберпанка? О, какая, смотрите, идет. Косплеерша. Я случайно закрыла, ребят, я случайно закрыла. Все нормально? Все работает? Подписка, ну сори, я с Дианиного телефона, и у меня здесь, ну, все через, ничего не настроено, короче. А, вы уже видите мое лицо. У нас осталось очень мало времени, мы хотим найти киберпанк. Но около Твича мы были. Sorry, I don't speak French. Yeah, you want to take a picture with me? Okay. Sorry? Go inside the lunch with me. Yeah. I don't know where she is. Мальчики фоткаются. Я даже не в косплее. Здесь настолько мало девочек, ребят, по сравнению со всеми остальными парнями, я имею в виду, что, видимо, у них уже девочки на вес золота. Диана убежала искать киберпанк. Я знаю, что стрим падает, я вижу.
got no rules, I count him. Я думала, ты ушла искать Киберпанк. У меня интернет, это только он. Блин, прости, пожалуйста. Один FPS. Он будет лагать. У вас вообще что-нибудь работает, ребят? А может быть сделать качество пониже? Ну, это достаточно низко. Ты можешь там 360 стримить, но... Я поняла, супер говно будет. You been running over it. I got no rules, I got them. Вот такой мини, давай я буду. Пойдем. Работает, но хоть звук работает. Вот сейчас поднялся, я вижу. Стрим. Я ничего не могу делать с картинкой, с фризами. У нас хороший интернет, дорогой. И у нас стоят пресеты все достаточно низкие на качество. То есть мы уже, ну, можем 360 поток пустить, но это будет супер говнище. Смысла нет стримить 360. Сейчас норм все, да. О! Я нашла себе парня. Диане уже выстроилась очередь. Причем они просят сфотографировать меня тоже с ними, но я такая типа. Фанат Новый Дианин попросил ее Инстаграм вбить в поиск. DCMonD, если что, в Инстаграме подписывайтесь. А что за три хеда проводит выставки во время Близкона? Согласна, это странно. I got no rules, I got them. Okay, one more. Yeah, she wrote me that you're moving home, but you can't see you.
экран не склеивает, она не может найти стенд Киберпанка, я объясняю, где он. Покажись. Да я не хочу показываться, я не люблю себя снимать. Это кринж, я ненавижу себя снимать, я ненавижу себя снимать. У меня еще зуб какой-то грязный, по-моему. Кодзима, наверное, уехал уже, я не знаю. Здесь где-то Витя Зуев еще бродит. Как интернет во Франции? Ну вот здесь внутри отстой. Может быть, где-нибудь снаружи лучше. Смотрите, какой. Спуди. Мне, наверное, лучше не двигаться, иначе идут разрывы. Карточки со своим инстаграмом. Пойдем это, одену я руку вторую. Чувак, блядь, сам не знает где. Подруга моя из Сидибротик, но тоже не в курсе. Витя говорит, что в главном зале. В зале номер 3. Да уверена? Даже на сайте написано, что в зале номер 3. Но Витя сказал, что в основном зале. Посмотри, он ответил, он написал. Сильвупле? Сильтупле? Я догоню! Это просто жесть. Ну тогда не стрим, типа, вот и все. А 0 FPS, значит, стрима нет вообще, да? Ну, типа, слайд-шоу. Слайд-шоу, но слайд-шоу тоже неплохо.